Городской округ Клин в лидерах по реализации губернаторской программы «Чистая вода». Сегодня станцию обезжелезивания запустили в Щекино. На очереди еще 5 объектов. Мы давно об этом мечтали, и вот в конце концов мы ее все-таки сделали, построили. В 4-й школе новая активность. Скандинавская ходьба попала в расписание первоклашек. Организаторы нового проекта – врачи, педагоги и победитель конкурса «Народная премия». Этот проект направлен в основном для того, чтобы детей немножко выправить. Безопасность на первом месте. День защиты персональных данных участников активного долголетия учили, как противостоять кибермошенникам. Главный инструмент, при помощи которого мы можем защититься, это наши знания. Из колонны с дипломами. Клинские гимназисты стали лауреатами второго театрального фестиваля «Рождественское событие».